Как-то так. Сегодня на ужин гречка. С чем? С чем, блядь, я тебя и поздравляю? Почему здесь Ре? Чего он хочет от нас, крот? О, Блейз пришел. Сейчас будет тяжелый бой. Тяжелый. Случайно перепутавшая адрес стриптизерша 4 дня держала в напряжении дом престарелых. О боже, ладно. Чё ещё я прослушал? Стриптизерша? Песня. Это когда слова положили на музыку. Современная песня — это когда положили и на музыку, и на слова. Я просто представил, как кладут слова на музыку. Ой, мне не нравится эта сторона уже. Ой, а что здесь делать-то? Ой-ой-ой. Ладно, давай подождем, куда наш Стонкс пойдет. Да пойдем везде, кроме Дельты. Нет? По идее, наш чел должен первым определиться. Мы как бы в тиме, да, мы там сможем договориться. А он с нами нет. И в идеале, если он выберет себе зону, да, и мы сможем уже там планировать, исходя от его предпочтений. Господи, я убираю нахуй фоб в пизду. Это пизда, блядь, 6 фобов. Убери еще один свой. Все, пошли давить дельту. Я прохожу по центру. Через дорогу я там не буду работать. А ты меня прикрой с эхо. А, я тебя с эхо прикрою? Да. Денис Сталин будет вот здесь стоять какие-нибудь говноптуровозки и пролазить на эхо реконом с птурами. Подожди, так что, какие мои задачи? Ты хочешь, чтобы я эхо взял? Я пойду на эхо. Да, забрать эхо. Ага. Сейчас забрать эхо и потом вместе со мной идти на дельту. Я вот эти дома заберу. Не-не-не, я сам их заберу. Блядь, ладно. Я ж прямо через них вопрусь. А слева ты задефаешь на дельту? А я поставлю разведоса. Я понял. Я не буду там воевать, я поеду сразу же в атаку. Денис Сталин, чем там? Вертыду любит, да, на старте? Пум-пум-пум. Ты сьюшку набрал или я? Набрал? Ну давай я. Хорошо. То есть мы будем где-то отсюда наступать сюда вот. Вот так вот, да? Да. На дельту опасно высираться, там отсюда могут прострелить. Могут. Ну тогда прыгаю, тут я посажу когда-нибудь. Ну и да. По центру, по шоссе нельзя пропустить. Я тоже сейчас привезу на центр к разведчику Птур. И, блядь, 10 очков не хватает на кроталь. Ладно, вместо кроталя газелька поедет. Не знаю, насколько это покажется логичным, но самый лучший
Келтик это флаг панцер, а самый лучший флаг панцер это Газель Канон. По факту. Улыбайтесь, это всех раздражает. Ставлю ПТУР сюда, чтобы вы не могли пробить с дороги. БТР 80-е. Распев очка. Распев очка. Я вот думаю, надо сейчас взять сразу же. О, пошла, пошла санина по моче. Пошла, смотри, какая. Надо Роланды сразу купить будет. Ой, страшно так как. Сейчас нам Чарли заберут. Нет. Давай, сбивай К-52, а я свои картали пока поберегу. Ну, потому что Крот впереди меня едет. Господи, опять они куда-то не туда поперлись. Разряжаю вапчиком К-29. Да, кротали не могут сбить этот. Б-уха. Б-уха, Б-уха. Ну не лезем на нее. Ждем эклеров. Убить. Нечем пока. Просто ждем подвоза подъезда. Просто хочу его там башконкой ставить. Сейчас два пятки поедут. Ой, тут с фланга еще два танка идет. Че интересно, заметит он легионов, нет? Тут дырку просто прикрою пахтигром. О, не заметил. И правда не помогло. Так, что отлетит, что отлетит.
Как говорили деды, не ссать и не сдаваться. Наверняка ничего не подобного говорили. Пизда нам тут. Да пока еще нет. А, ты уже все закончил свои танки. Я сейчас тоже закончу. Блять, вообще подумка. К летит. Да, разделяй. Ну ладно, эхо заняли. Там чел держится. А, убили все-таки, ладно. Пока нихуя страшного не произошло. Занимаем дельту. Там кассеты работают. Класс. А, Денис Сталин прошарахался своими ВМ-ками. Хер пойми где. Он такой. Разведка, отключи пулемет, который в доме сидит. Это ты дымишь? Нет. Это я так задымил? Пиздец, из-за пинга я так задымил. Охереть. Так, ну чё, бомбим? Или артим? ОМ-ки. Ну, артим, наверное. Прочертить по выдохе. Тогда я ЛРМ-ку покупаю. Арта. А если есть деньги, купи КШМ-ку куда-нибудь. Фух. Пронесло. Повезло. Бля, ебать ты там. Развожу на снаряды, называется. Пиздец.
заставка, они еще и пропадают. Кстати, а че я тигром-то не работаю? Я же его купил. Че ты там наспамился? Бля, я был, когда там хп уезжает. Ну пусть уезжает. Там на хотеле кошемки у них нету. Трагедия. А, КШМ твоя прилетела. Стрела, люблю. О, можно купить еще один танк. Крот, выставляй. Как раз задымил, чтобы мне было удобнее проходить. Так, что лучше сейчас купить? Еще танков или пехотки поднасыпать? Танки, танки, танки купи. Видишь, из леса вывалилось. Да, я вижу, как его там поджали ночь. Красота, VIP Unjammed. Так, ты надо зарядку, ты иди стань у М-ки. С Эмами напрямую смысла драться нету, он их все равно успеет вывести. Смысл просто в том, чтобы держать у М-ки постоянном, даже не стане, а просто снимать им мораль, уменьшать точность. Подожди. Налет. Бомбовоз. Слушай, у них там тяжело с ПВО, да, говорят. Минус один, минус два Роланда. Уходи, уходи, бухай. Уходу, уходу. Хуйня летит какая-то. Ну, мы сейчас без ПВО. А, забрал Леклерк. Давай, отомсти ему. Обоссы его. Он меня сейчас обос. А, красавчик. Это вторая была, да? Ну, наверное. Пиздец. Угу, теряем зону, да?
Так, что-то начинаю тупить. Поздновато уже. Ну а чё, плюс 2 капает. Давай сейчас туда просто в деф уйдем, да и все. А чё не так-то? Как знаешь, так ты меня на люблю летит. Да, Денис Сталин, сохраняй свои танки. Да, меня так возбуждает. А, грузовики подъехали, подтягивайся к ним. Кстати, можно помочь на гольф заломиться. Кротальки пустые. Останавливаю 2-5. Еще налет. У меня все где-то пытали подох. Ёб твою мать. Ладно. Все хуйня. Главные маневры. Покупаю еще один танк и начинаю спамить резерв. Кроталь, давай назад. Кроталь, вот это сейчас я убью. Кто? Давай назад. ВЗ-ха? Меня, конечно, больше беспокоит не то, что его убью, а то, что он не заряженный. Давай. А, одно хп. Хорош. Сейчас Денис Сталин здесь поедет танками, наверное. Я смогу его бортануть 2-4. Да, он уже вышел. Как выиграть Денис Сталин? Не играть против Денис Сталина. Не играть. Он отводит свои танки, чинится, да, ты удар ту кидаешь, он еще 10 минут чинится. Он еще 10 минут. О, я воевал. Ты даже я думал, я все посливал. Нормально. Тупо у меня одна ЛРМ убила две кошмы, больше ничего. Две кошмы. Пиздец. Это я стрелял. Поп стрелял, называется. Поп не убил, зато две кошмы спасли. Класс. Пытаясь понять, что я нафрагал, тут кротально сбивал. МиГ-25БН. Роланд убил 27к, 24. Короче, на самолетах нафармился. И на топах. Ну вот, я только БУХ убил, да? Один вертолет GRCN и две кошмы. И все. Ну топ. Угу.
Вот так вдвоем нет смысла лезть на одну зону, да, там один идет напрямую, а второй его просто прикрывает. Если там на эхо никого нету, ты просто смещаешься на дельту, работаешь на дельте. Потому что там, ну, хоть 6 игроков, вот таких два поставленных танка все перекрывают. Ой, ладно. Думаю, хватит на сегодня. Надо пойти покурить и спать лечь. Нет, на самом деле нет. Пойду смотреть Это Смитрим да. енота. Спасибо за игру, Крот. Давай, удачки. Спасибо тебе.